Депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа от фракции «Единая Россия» Павел Чемурлиев и Лариса Бархатова провели встречу с жителями многоквартирного дома номер 28 по улице Северная. Ранее горожане обратились к депутатам с просьбой помочь кронировать деревья и завести грунт. Партийцы вместе с директором управляющей компании обсудили на месте план работ. Стоит отметить, прилегающая к дому территория в течение нескольких лет облагораживалась силами активных жителей. Высаживались цветущие кустарники и цветы.